В Иерусалиме впервые за 4 года выпал снег. Снегопада в Иерусалиме не было с 2015 года. Температура опустилась до минус 2 градусов. В Иерусалиме выпал первый за 4 года снег. Температура опустилась до минус 2 градусов. Об этом в среду, 16 января, сообщает ЮНЕТ. Как сообщается, снежный покров пока остался на горе Хеврон и в районе Голанских высот. Многие израильтяне в надежде увидеть снег отправились на Голаны в Верхнюю Галилею. Все спасательные службы Израиля были приведены в готовность номер один, специальными цепями на случай гололеда были снабжены даже пожарные машины. На многих шоссе перекрыли движение из-за сильного ветра, который валил деревья и столбы. Как сообщалось, в Австрии в результате снегопадов в некоторых горных районах выпало до 7 метров снега. Напомним, самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию, Чехию и Францию. Они продолжаются с 6 января. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.